любое мировое мероприятие очень важно для нашей страны, потому что это позиционирование. В любом случае, в очередной раз мир узнает о России, увидит, как мы можем организовывать мероприятие, и слово «Россия» будет на слуху. Это очень, мне кажется, правильно, то, что в последнее время мы побеждаем и на Евровидении, и Мисс Вселенная будет проходить у нас. Это очень правильно, это то, что нам сейчас нужно, чтобы мы могли по-настоящему все на 100% гордиться своей страной.